Короче, у меня есть такая идея. Я хочу построить музей биомов. В этом музее я хочу точно разместить один биом из ада. Хочу разместить. Наверное, хочу эндер-биом разместить туда. Хочу туда разместить лес дубовый. Потом хочу туда, наверное, разместить... В принципе, еловый лес можно разместить. Можно еще разместить туда пустыню, да. Пустыню, 100% хочу пустыню туда разместить. Короче, построить я хочу в виде круга такого, как... Короче, прикольно. Вот, поэтому прямо сейчас мне надо отправляться, короче, бывать с вами... Я забыл, как называется. Господи. Нам надо кварц. Много, очень много кварца. Прям... Да хрена кварца. Забыл, реально забыл. Так, пирамида у меня тут недалеко, кстати. О, вот она наша пирамида. Надо найти кварц, побольше кварца. Я решил вас не томить. Ну и, короче, вот столько кварца я добыл. Они даже делаются легче, чем я думал. Так, ну примерно у меня вырисовывается картина, как вообще я буду строить это. Поэтому мне надо, кстати, еще больше кварцевых блоков. Ладно, короче, сейчас нам надо, получается, взять блоки. Короче, сейчас покажу. Вот эти вот блоки берем. Также нам надо много-много стекла. Я добыл и взял сколько себе надо. Сейчас мне надо отправиться куда-нибудь. Блин, у меня фейерверков мало очень. Надо будет сделать ферму криперов. Сейчас нам надо найти где-нибудь место, где мы поставим, как бы, этот музей. О, как раз равнина. Или это не равнина? Ну, сойдет. Прям тут и расчистим сейчас местность. Один слой просто вот так вот тут бежим и делаем. Это, мне кажется, будет самое легкое. Даже пока я говорю, наверное, это сейчас смогу сделать, а может быть и не смогу, я точно не знаю. Кстати, ребята, подписывайтесь на канал, там ставьте лайки. Блин, я упал, я уже точно не успею. 3, 5. Так, теперь вот сюда. Нам надо выделить биомы. То есть, например, вот тут вот у нас будет, например, как это называется? Лес. Хотя лес я, наверное, не буду делать, точно не знаю. Тут, короче, лес, допустим, лес. О, серьезно, я как раз лаву взял. Ну, оно получится. Гору построим. Вот так вот. Так, вот этот лишний блок заходит не туда. Так, вот сюда поставим. Так, вот такое вот у меня мангровое болото получилось. Дальше я хочу сделать коралловые вот эти вот штуки. Тоже повсюду. Вот так вот. Расставляем. Сюда поставим, сюда поставим, сюда поставим, сюда поставим. Все, шикарно получилось. Сюда еще рыбок запустить, но это я не буду делать. Потому что это все же музей, а не живодерство, правильно, да? Я ж не живодер, да. Живодер, да. Может, вам покажется странным, но край по 55, 59, 99, 66, 79, 88, 98, 99, 73, 464 он. Человек. Подумал. Конечно. Вот, и это, и получилось, короче, вот такое музей. Тут у нас получается равнина, пустыня. Один адский биом, я не помню, как это называется, получается красная пустыня или оранжевая, хер её знает, коралловые рифы и мангровое болото. Вот такая вот у нас получилась фигня. Сейчас я вам еще ее покажу сверху, как-нибудь сейчас полечу. Я специально сделал стекло, чтобы... Вау, это так красиво, кстати, выглядит. Это реально красиво сверху выглядит. Прям реально красиво. Ну, короче, вот так получилось, ребятки. Можете предлагать свои идеи, в принципе, в комментариях, вот. Ну, а с вами был Крипер, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока, ребята.